Сегодня я больше всего рад, у моей мамы день рождения. Да, юбилей, поэтому, пользуясь случаем, хочу ее поздравить. Сказать, что я очень люблю, и победу посвящаем ей сегодня. Да, первая игра, наверное, была самая сложная. Потом где-то нам везло, где-то мы играли лучше, видите. Но хочется их поблагодарить за серию. У них, считаю, был очень хороший сезон. Они задачу выполнили. Мы движемся дальше, им хороший отдых. 23 шайбы забросили в 4 матчах. Говорят, это о чем для вас лично? Что соперник слабо, атака сильно у вас? Нет, я думаю, большинство у нас в этой серии было неплохо, поэтому над этим надо работать. И в плей-оффе это ключевой момент. Все-таки с Йокери это было бы сложнее, учитывая, как он бьет с ЦСКА сейчас. Да, сейчас уже это история. У нас большие нагрузки были в Новогорске. Нас тренера подводили к плей-офф, поэтому была осечка. После, в конце апреля мы поймем, правильно это было. Сейчас 8 дней отдыха, не отдыха, а до следующего матча. Да нет, наоборот, хорошо. У нас много болячек, синяков. Подлечим, потренируемся хорошо, и мы готовы. За серию соперника следите? Ну, конечно, смотрим, кто как играет. А кого хотели бы? Локомотив или Динамо? Да, все равно. А что-то цепляет? Вот какие серии другие, там, «Бурля страсти» в «Зеленом дерве», например, что-то еще цепляет вас или так просто? Сейчас мы думаем о каждой игре, о своей в первую очередь, поэтому выходим, побеждаем. Сегодня удалось закончить серию, будет несколько дней отдохнуть, перевести дух, побыть семьями, это тоже очень важно. Вы сегодня в первой половине матча практически не бросались в хорошую позицию, больше пытались пас сыграть. Почему? Ну, не знаю, думал, что партнер находится в более выгодной позиции. Женя Кетов здорово играет, хочется его вывести, чтобы он почувствовал и шайбу, и забивал. Потому что так как он играет, уважение вызывает такое. Как вы считаете, он освоился в этом труде? Я считаю, что да, мы неплохо смотрелись. По-моему, один гол пропустили 5 на 5 в первом матче. Даже там 4 на 4 было. И поэтому, в принципе, можно сказать, что первый раунд зачет сдали. По факту, первый раунд получился больше тренировки. Да, нам даже не наклеили плей-офф логотипа. Да? Поэтому, да, надо сказать, что это вообще упущение Романа Борисовича. Надо выговор сделать. Так может и не надо, фартовый получился. Да не, ну почему, у всех есть, и все равно плей-офф даже к вам выходить. Майк, как всегда, зритель должен знать атмосферу, поэтому что это заслуживает. Обсуждают уже несколько дней, да, пару дней уже рекорд Мазякина. Что вы скажете? 1000 очков, большая цифра. Да, молодец. Я уже давно говорил, что вообще этот сезон был феноменальный, потому что у многих он был неплохой, но забить 48 голов, я хочу сказать, это как он хотел забить 70. Поэтому можем только снять шляпу и пожелать ему огромного здоровья и поздравить его. Я думаю, что это далеко не последний очки, который у вас 1000 тоже цель? 1000 очков. Да, у меня уже прошла 1000, поэтому теперь цель 2000. Спасибо вам. Спасибо.